главное предложение сегодняшнего дня – это экстракт, это концентрат корня лопуха. Вот буквально 2 недели и наступит осень. Это время обострения хронических заболеваний. Самое время позаботиться о себе. И мы представляем от Института натуротерапии, а мы празднуем 8 лет сотрудничества, лучшие натуральные продукты. Представит экстракт корня лопуха сам основатель бренда, врач-хирург, основатель Института натуротерапии доктор Сергей Арсеньев. На самом деле корень лопуха — это основа, это база вашего здоровья. Потому что, ну знаете, корень лопуха — многогранный продукт. Недаром китайцы называют его русский женьшень. Здесь у нас содержится L-бета-аспарагин, который очищает наш организм. Поэтому корень лопуха можно рекомендовать абсолютно при любых профилактическом комплексном терапии, любых хронических заболеваниях, хронических воспалительных заболеваний, будь то цистит, будь то гайморит, воспалительная бронхолегочная система, бронхит. Сейчас осень наступает, и нам обязательно нужно. Если у вас болят суставы, если у вас какие-то онкозаболевания, потому что здесь содержится L-бета-аспарагин, который запускает апоптоз раковых клеток, то есть самоуничтожение раковых клеток. Если у вас онкологическая осторожность, опять корень лопуха. Корень лопуха вам нужно обязательно, если у вас есть какие-то заболевания обмена веществ, сахарный диабет, здесь содержится инсулин, который снижает вот этот самый наш уровень сахара, пожалуйста. Если у вас повышен холестерин, опять же инулин снижает уровень холестерина на вашей крови. Если у вас есть какие-то ревматоидные заболевания, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, бронхиальная астма, снова корень лопуха. Потому что корень лопуха очищает наш организм. А ведь, ну знаете, уже все ученые пришли к единому мнению. В чистом организме болезни не живут. И в 90% случаев, если исключим, например, там какие-нибудь там травмы, автоаварии, не дай бог, да, но в 90% случаев все наши заболевания из-за зашлакованности нашего организма. Очень простой прием. По 1 чайной ложке 3 раза в день, по 1/3 чайной ложки, я оговорился, то есть минимальная доза, по 1/3 чайной ложки 3 раза в день под языком. Это важно, под языком. Потому, почему под языком? Ну почему вы нитроглицерин, капатен под язык принимаете? Подъязычная артерия, моментально всасывание действия оказывается буквально через 2-3 минуты после того, как вы рассосали под языком. Поэтому берете под язык, рассосали, постарайтесь, ну не проглатывать. Подольше как, ну, надо подержать, подольше, да? Подержать, а потом можно запить стаканом воды. Абсолютно 100% натуральный продукт можно взрослым, можно детям. При любой патологии запомните, корень лопуха — это основа вашего здоровья. Так, насколько хватит нам этого комплекта? Я напомню, что вы получаете сразу 4 баночки по 100 мл по цене 2020 года со скидкой 78% всего за 1299 рублей. Цена действует только сегодня. Но этих 4 банок хватит на 4 месяца применения. То есть вы закрываете, ну, август у нас практически уже заканчивается, да. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. То есть до Нового года вы берете вот этот самый корень лопуха, и вы забываете об осенних обострениях, любых заболеваниях, которые у вас обостряются обычно вот осенью. А осенью все хронические заболевания обычно у вас обостряются. Вот он. Сейчас надо его применять, чтобы эту осень, прям до Нового года, встретить в абсолютно нормальном состоянии. Реабилитация после травм, реабилитация после каких-то операций. При сниженном иммунитете, а вы сейчас знаете, как идет коронавирус, инфекции, снова всякие инфекционные заболевания. Если у вас нарушение обмена веществ, будь то сахарный диабет, холестерин, либо какие-то системные ревматоидные заболевания, ревматизм, ревматоидный артрит, полиартрит. Если у вас есть какая-то, ну, как бы сниженный иммунитет, постоянно прицепляются заболевания, совершенно верно. Либо если у вас онкология или онко, но какая-то настороженность, вот сейчас, конечно же, корень лопуха. Да, вот сейчас у меня у знакомых очень серьезная проблема, что, да, уже подтвержденный диагноз онкозаболевание, и в онкологическом центре просто переполненном, кладут в коридорах, делают обследование, и уже, к сожалению, обнаруживают уже серьезные стадии, 3-ю, 4-ю, когда не дают никаких уже надежд. Давайте не будем доводить до таких страшных последствий. У нас абсолютно бестселлер от бренда Натурмед. Мы сотрудничаем 8 лет, это проверенный российский бренд. Мы российские телеканалы поддерживаем российские
российского производителя, вы получаете 4 баночки, это на 4 месяца применения, по 1/3 чайной ложки под язык. И это как раз профилактика. Всего 1299 рублей цена. Звоните сейчас, если у вас есть вопросы, задавайте их доктору, звоните к нам в прямой эфир. Ну и, конечно, многие говорят, а если, как мне понять, по каким признакам, по каким симптомам, что у меня вот уже настороженность есть, например. Онкологическая. Или, да. Ой, ну вы знаете, это когда у вас, например, отсутствует аппетит. Если в семье у вас есть какая-то онкологическая предрасположенность, папа, мама или кто-то страдали заболеванием. Угу. Понимаете, но в любом случае, сейчас онкологическая помощь находится на высочайшем уровне. Самое главное, поймать заболевание в начальной стадии. Первая, вторая стадия, излечиваемость 90-98%, понимаете как? Но вот часто ли вы к этому обращаетесь? Часто ли вы ходите к онкологу? Часто ли вы, например, проверяете свой кишечник? Ведь в нашем кишечнике, посмотрите, огромное количество заболеваний. И вот это, например, колоторальный рак кишечника, который возникает из вот этих полипов. Когда последний раз вы делали себе колоноскопию? Когда последний раз врач удалял полипы? Из каждого из этого полипа вот этот рак колоторальный, чем он опасен? Видите, идет обтурация кишечника, и дальше каловые массы не могут пройти. Вот этот корень лопуха, который вы будете применять, он будет задерживать развитие заболевания, будь то в кишечнике, будь то на какие-то миомы или мастопатии, которые составляются предраковыми заболеваниями. Знаете, вот у меня была одна пациентка, у нее поставили диагноз онкологии. Ей 82 года. И врач назначил химиотерапию. Сказал, вам надо пройти 8 химиотерапий, онкологию мы вылечим. Ей сделали 2 химиотерапии, и у нее там она полысела, снизился иммунитет, лейкоциты упали в ноль. Врач говорит, а я не буду больше делать вам химиотерапию, вы умрете. Она ему говорит, доктор, но если вы мне не сделаете химиотерапию, я тоже умру. Он говорит, я вас тогда убью вот этими химическими препаратами, потому что химиотерапия это яд. Что она быстрее, либо онкологию убьет, либо человека. Она начала применять вот этот корень лопуха, она пропила его 4 месяца, у нее все восстановилось, врач ей сделал 3-ю химиотерапию, 4-ю, 8, все 8 сделали, так. Она до сих пор жива, и она приходит ко мне на прием, она приносит мне там подарки, бутылку коньяка, и говорит, доктор, вы меня спасли. Вот он так. Корень лопуха, понимаете как? Звоните прямо сейчас, только сегодня абсолютно бестселлер, всего за 1299 рублей. Оплачивайте сразу банковской картой, будет еще 5% скидка, заказ. Заказывайте на 4 990 все продукты от Института натуротерапии.